Здравствуйте, в эфире телеканала «Север», программа «Актуальное интервью», в студии Любовь Пермякова. Сегодня у нас в гостях директор Центра информационных технологий филиала САФУ в Северодвинске Ольга Варнавская. Здравствуйте. Здравствуйте. И директор филиала САФУ в Наринмаре Ольга Петунина. Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга, поздравляю вас с новым назначением. Вы недавно 9 января возглавили САФУ. Вот расскажите о нем, что сейчас представляет собой, да, филиал, и что там, какое образование можно получить? Ну, вообще образование, высшее профессиональное образование можно получить в Северном Арктическом федеральном университете. Я, как директор филиала САФУ, буду организовывать работу университета на территории Ненецкого автономного округа. Поскольку филиал наш не имеет лицензии, мы не можем осуществлять преподавательскую образовательную деятельность, поэтому мы будем использовать иные, во-первых, организационные моменты для того, чтобы абитуриенты из Наринмара поступали в САФУ и в филиалы САФУ, которые располагаются в городе Северодвинске. Ну и также будем, надеюсь, в дальнейшем использовать дистанционные технологии для того, чтобы наши жители, наши выпускники смогли получать высшее образование без выезда из округа. То есть здесь на месте с помощью дистанционных технологий. Угу. То есть сейчас не имеет права институт заниматься, да? Образовательной деятельности нет. Но дополнительное образование там можно получить. Но, тем не менее, курсы? Да, мы организуем получение дополнительного профессионального образования в виде повышения квалификации или дополнительная профессиональная переподготовка. Угу. Вот этим мы можем заниматься здесь. Чем и будем в этом году плотно заниматься. Также идете прием документов, вот когда будет, да, компания? Да, ежегодно на филиал организует проведение работы приемочной комиссии. На 2020 год уже все материалы для приемки в САФУ поступили. Вся информация о программах, которые в 2020 году планируются поступлению, будет расположена на сайте САФУ и на сайте филиала. Приемочная комиссия начнет работу с 22 июня и будет работать по 26 июня. Угу. То есть мы будем у студентов, у абитуриентов принимать заявления, пакеты документов формировать, будем организовывать проведение вступительных испытаний по программам и эти пакеты документов будем сами уже отправлять в САФУ. Либо в Архангельск, либо в Северодвинск, да? Там угу. студенты да. сами, я так понимаю, да. выбирают, да? Студент да. выбирает сам. Сколько, Ольга Владимировна, сегодня наших студентов у вас обучается? Ну, у нас достаточно большой филиал. На текущий момент, буквально перед моей командировкой, мы посчитали. У нас получилось ровно 70 человек. Из них большая часть учится в гуманитарном институте, в филиале САФУ, два института и один колледж. Вот. Несколько человек учатся в Севмаштузе и уже не первый год поступают еще и в технический колледж. То есть получают не только высшее профессиональное образование, о котором говорила Ольга uh-huh. Михайловна, но у нас есть возможность точно так же, как в головном, получить среднее профессиональное образование. И ваши ребята к нам едут, учатся, надеюсь, довольны. Какие профессии можно у вас получить? Ну, здесь опять же надо говорить, смотря что мы берем за основу. Да, если начать с самого начала, то есть мы реализуем популярное на текущий момент непрерывное образование. То есть поступив в филиал на получение среднего профессионального образования, потом можно получить высшее на уровне бакалавриата или специалитета, зачем поступить в магистратуру, и если этого покажется мало, то дальше продолжить в аспирантуре. Но как бы это все предлагает Северодвинск тоже. Бюджетных мест много или нет? Бюджетных мест много. Ну, нас слово «филиал» в данном случае не должно никого ни пугать, ни отталкивать, потому что, в отличие от наших коллег, да, у которых по объективным причинам они определенную деятельность ведут, мы uh-huh. в первую очередь идем именно образовательную деятельность. То есть на сегодня в Северодвинске учатся порядка 4000 студентов. Точно, вот это показатели, сопоставимые с крупными вузами больших городов. То есть, соответственно, бюджетных мест достаточно много. То есть из года в год мы принимаем порядка 1000 человек. Из них порядка 700 человек на бюджет. Ну и ориентировочно 300-400, уже как там получится, на вне бюджет. То есть суммарно вот в этом году тоже наши цифры бюджета приближены к 700. Угу. У вас, наверное, будет обширная программа, Ольга Михайловна. Вот что запланировано да. в рамках визита? Воспользовались мы случаем, что к нам приезжает представитель филиала из Северодвинска. Мы
решили по полной программе организовать встречи с выпускниками, с родителями. Кроме этого, мы будем проводить видеоконференц-связь с сельскими школами, с выпускниками, с родителями, с педагогами, со всеми заинтересованными лицами. Видеоконференц-связь у нас пройдет 24 числа. Собрание родительское, не собрание, а встреча с родителями выпускников всех школ мы проведем в 4-й школе в актовом зале 22 января в 18 часов. Поэтому приглашаем всех родителей прийти и послушать интересную информацию, посмотреть презентации хорошие, получить раздаточный материал. Вы как раз с ними приехали. Знаю, что у вас ведется и обширная социальная, да, и воспитательная работа в институте. Вот расскажите о ней. Ну, те буклеты, которые сейчас у вас, это буклеты головного университета, то есть это буклеты Архангельска. Я думаю, Ольга Михайловна потом прокомментирует, потому что структура головного университета, в первую очередь, это высшие школы. То, к чему мы привыкли, раньше мы их называли институтами, был период, когда называли факультетами. То есть сейчас САФУ, который головной, который в Архангельске, да, это высшие школы. Соответственно, то количество высших школ, которое есть, если я не путаю их на текущий момент, 7, да, принимают на разные направления подготовки и специальности, на разные уровни подготовки. Что касается социальной воспитательной работы, ну, САФУ славится этим направлением. Я думаю, Ольга Михайловна еще меня дополнит. Очень большое количество различных возможностей для ребят, я имею в виду в первую очередь студентов, да, различное количество центров и возможность участвовать, допустим, тем же волонтерам в разных значимых мероприятиях. В частности, волонтеры САФУ и на Сочинской Олимпиаде были, и много где были. Поэтому в этом плане, конечно, федеральный университет дает очень много возможностей. Вот. Что касается нас, я думаю, мы чуть позже об этом тоже скажем. Я имею в виду Северодвинск. Да. Я хотела бы добавить, что действительно очень интересная проходит жизнь в университете, где большое место занимает и воспитательная, и социальная работа, и в которой принимают непосредственное участие студенты, и которые являются в том числе авторами этих социальных проектов. Например, действует Центр общественных объединений и инициатив, который координирует деятельность студенческих объединений различных. Действует очень крупный волонтерский центр, который волонтеры этого центра участвуют в крупных, в том числе международных форумах и семинарах. Университетский творческий центр работает. Также есть санаторий-профилакторий, который... Это тоже на базе САФУ, получается? Да, на базе САФУ, да, в Архангельске. Да. Кроме того, вот в 2019 году при участии студентов были открыты такие замечательные проекты, как Центр физики в САФУ и Музей природы Арктики. И с 2019 года эти проекты действуют, и эти два объекта, Центр физики САФУ и Музей природы Арктики, они будут работать не только для студентов, преподавателей и учащихся, но и для всех жителей Архангельска, Архангельской области, для школьников в первую очередь. Вот, правильно сказала Ольга Владимировна, сейчас у нас действуют в САФУ высшие школы, их 7. Каждая высшая школа имеет свою приемочную комиссию, которая будет работать летом. То есть студенты, абитуриенты имеют право обращаться в том числе непосредственно и в приемочные комиссии этих высших школ для поступления. Например, высшая школа энергетики, высшая школа управления и права, социально-гуманитарная школа, высшая инженерная школа по направлениям деятельности и развития нашей страны. А чем он отличается от обычной школы, да, допустим, вот поясните мне, все равно немножко недопонимаю, и там от институтского образования, что и что дает. Это и есть институтское образование, университетское образование. Эти школы, это как подразделение, это научно-образовательное подразделение федерального университета, которое объединяет в одном направлении различные профессии.
Ольга Владимировна, а формы обучения какие у вас в вашем университете? Формы обучения как в головном, так и у нас. Три основные формы обучения. Очная форма, ну, всем понятно, угу. Да? Когда нужно ходить на занятия каждый день. Сколько надо отучиться? 5 лет, чтобы получить высшее? Это зависит от, во-первых, уровня. Мы же понимаем, что в университет поступает не только получить просто высшее образование. Можно же, например, поступить в магистратуру. В магистратуре срок обучения уже будет другим. Срок обучения в аспирантуре тоже будет другим. Но если брать такое вот основное, да, все-таки преимущественно университет идут бакалавриат, получить, да, либо выучиться на бакалавра, либо на специалиста. На сегодня как в головном университете, так и в филиале СФУ в Северодвинске реализуются программы как бакалавриата, так и специалитета. Хочу обратить внимание, потому что специалитета не так много по стране. Так вот, очная форма бакалавриат – это обычно 4 года. Если бакалавриат идет с двойным профилем подготовки, то это 5 лет. Потому что есть такие профили, как в Архангельске, так и в Северодвинске, где, ну, это, конечно, не 2 диплома, но это более весомый диплом, нежели диплом... Это, то есть, профессии, допустим, есть основная, есть дополнительная? Я могу пример привести. Да. Нет, угу. Она не основная, не вспомогательная. Например, у нас есть такой профиль в рамках педагогического образования, называется дошкольное и начальное образование. Угу. Это значит, что выпускник, который проучится 5 лет, соответственно, может работать как в начальной школе, да, так и, соответственно, предварительное звено, то есть быть воспитателем, например, в саду. С учетом того, что уже достаточно много образовательных учреждений имеют эту общую форму единую, да, когда вот дошкольная форма переходит в младшую школу, то мы не так давно начали реализацию этого профиля, учитывая, что он востребован. Поэтому получается, что вот такая форма. Значит, еще раз, самый короткий срок обучения в бакалавриате – 4 года очный. Это если профиль одинарный. Например, после 11 класса? После 11 класса. Нет. Ну, ага. Либо после колледжа, да, совершенно верно. Потому что на программу высшего образования можно поступать, только имея либо оконченное, да, среднее образование, либо имея среднее профессиональное образование. На заочной форме заочно это 2 сессии в год, то есть это обычно выездные сессии. Будем, конечно, стремиться пытаться, может быть, проводить какую-то дистанционную форму. У нас был такой опыт. Вот. Но это 5 лет. Либо 5, либо 5,5 uh-huh. лет. Бывают ускоренные формы обучения. На это тоже надо обращать внимание. И это абсолютно нормальная практика, когда высшее учебное заведение принимает от студента заявление о том, что он просит перевести его на индивидуальную программу подготовки. И если у него уже было профессиональное образование предыдущего уровня, допустим, да? Ну, либо незаконченное, либо, например, у него был закончен колледж по похожей специальности, по которой он потом продолжил высшее, то ну, не то, что идут навстречу, мы имеем право это делать, то есть мы сокращаем срок обучения там, на определенное, да, количество там, либо лет, либо как-то еще. В колледже, если говорить о программах среднего профессионального образования, ну, очная форма там достаточно длительная, она тоже порядка 4 лет. Вот магистратура, которая очень тоже востребована, и в головном университете много мест очень в магистратуру. Это если очная форма, то 2 года, если заочная, то 2,5 года. А что дает человеку вот эта вот магистратура? Ведь я вот не видела в жизни, чтобы меня спрашивали, да, при приеме на работе, есть у вас магистратура или нет? Самое простое, ну, оттолкнуться. Закончив бакалавриат, угу. человек вряд ли, да не вряд ли, а скорее всего не сможет работать руководителем. Потому угу. что профессиональный стандарт требует наличия именно магистерской подготовки либо специалитет. Поэтому, соответственно, большая часть бакалавров сразу же, без отрыва, то есть не прерывая обучение, уходит сразу в магистратуру. Но это такое самое простое объяснение. Если хочешь быть начальником, магистратуру в любом случае придется закончить. Она платная, это же получается... Нет, нет. Смотрите, в САФУ в головном порядка 600 бюджетных мест, и у нас еще плюс 70. То есть университет предлагает набор 2020 года почти 700 бюджетных мест магистратуры. Это очень mm-hmm. много. При этом надо понимать, что магистратура есть очная, но это понятно, что надо учиться на месте, да? Но есть еще магистратура и заочная, то есть с теми же выездами на 2 сессии. Она не намного дольше, там всего 2,5 года. Но угу. это возможность получить как продолжить образование, так и получить образование совершенно другое. Ведь, как бы там ни было, пока в России не принят ни один документ, который бы запрещал принимать на непрофильную магистратуру. Потому что всегда спрашивают, а вот я, например, ну не знаю, я гуманитарий, я могу попробовать поступить в техническую? Пока такая возможность есть. Другой вопрос, что учиться, конечно, будет тяжелее, но почему бы и нет? И такие всегда примеры были и есть. А условия поступления? Вы имеете в виду магистратуру? Да, магистратуру. Они абсолютно одинаковые. САФУ уже много лет в качестве вступительных испытаний магистратуры проводит конкурс портфолио. То есть как такового экзамена, ну, в некоторых вузах нужно экзамены сдавать, а как такового экзамена нет.
То есть абитуриент собирает определенное количество бумаг. Ну, теперь все знают, что такое портфолио, потому что дети в школе его собирают чуть не с первого класса. Вот, нужно предоставить определенные документы. Комиссия рассматривает именно эти документы, которые предоставил абитуриент. На сайте университета, на сайте филиала очень подробно описано, сколько баллов дается за тот или иной документ. Ну и, соответственно, суммарно претендент получает некое количество баллов. То есть максимальное количество баллов можно получить 100, минимальное нужно получить 10. Ну, если меньше 10, то, к сожалению, конкурс не будет допущен. Ну и дальше конкурсный список, и участвуем в конкурсе и поступаем. А что, а дальше все, я сдала портфолио, да, допустим? А ждете зачисления. То есть, ну, смотрите... А результаты ЕГЭ там, например? Нет, в магистратуре результаты ЕГЭ не нужны. Надо. Результаты ЕГЭ – это поступление после 11 класса, ну, либо после среднего профессионального. Да, то есть это в первую очередь для школьников, в первую очередь. А вообще, как бы, по всей стране процедура одна и та же. Независимо от того, школьник ты или ты уже более взрослый, ты подал документы, ты либо сдал экзамены, либо они у тебя уже сданы там, в виде ЕГЭ или того же портфолио, ты потом смотришь постоянно на сайте любого высшего учебного заведения так называемые конкурсные списки. Их еще иногда называют рейтинговыми. Это значит, что в этих списках люди выстраиваются по тому рейтингу, по тому порядку, по которому они потом будут зачисляться. Все, то есть сидишь, смотришь, отслеживаешь, есть вопросы, звонишь в приемную комиссию, спрашиваешь, каковы мои шансы, что я могу сделать, что мне лучше сделать. Но с учетом того, что закон об образовании и порядок приема на текущий момент позволяют поступать по стране, помним, в 5 вузов, вот, и пока это количество еще не уменьшено, хотя об этом речь ведется каждый раз, что это слишком много, потому что это утяжеляет работы как вузов, так и ребятам тяжело, самим абитуриентам очень сложно. Особенно тем, у кого баллов много, когда они вдруг понимают, что они поступают везде, ну, выбор сделать иногда тяжело. Поэтому мы всегда советуем, не надо так разбрасываться, ну, подайте в 2, ну, в 3 вуза, в 5 не нужно. Психологически тяжело, реально психологически тяжело. Вот, ну, и, собственно, вот. А внутри каждого вуза еще можно поступить на 3 направления, умножаем 5 на 3, получаем 15. Надо, наверное, все-таки определиться изначально с чем-то. Да? Понятно, что всегда должна быть подстраховка. Никогда нельзя подавать только в один вуз на одно направление. Это неправильно, потому что это всегда случай. Конкурс – это всегда случай. Вот. Но такая вот ситуация. Поэтому шансов, мне кажется, огромное количество у всех. А магистратура-то ведь не считается, что это второе высшее образование? Это не второе высшее образование. То есть это продолжение работодателя обязан тоже оплачивать как первое высшее. Обязан. Вот, вот этот вопрос их там хотел, да, есть ответить. Некие нюансы, но это нюансы нужно уточнять конкретно вот с каждым человеком. Вот приходит абитуриент, говорит, вот у меня такой диплом. В зависимости от диплома, например, с дипломом специалиста иногда работодатели отказывают в оплачиваемом отпуске, но это крайне редко. С диплом бакалавра... Права не имеют отказать, в принципе, потому что это продолжение образования. Этого уровня образования у человека еще нет. Поэтому по закону образования он имеет право его получать бесплатно, если он поступил на бюджетное место. Да, как поступить вот на бакалавриат? Какие там требования? Там уже ЕГЭ, там уже все сложнее, да? Там, на мой взгляд, вообще не так все и сложно. Для 11-классников ЕГЭ, но, в общем-то, я думаю, уже учитывая, сколько лет единый государственный экзамен идет в России, уже, наверное, его перестали так бояться, как это было в начале, когда он только стал обязательным. Но мы понимаем, что есть разные категории абитуриентов. Есть абитуриент, у которого, например, закончено не 11 классов, или, допустим, закончено 11, но он еще после этого, допустим, пошел и выучился в колледж или в техникуме. Да? Он... имея диплом о среднем профессиональном образовании, уже попадает в другую категорию абитуриентов и имеет право поступать. Имеет право. Он может и ЕГЭ сдавать, это его право. Но он может поступать по внутренним вступительным испытаниям, проводимым вузом. Это вот как раз то, о чем говорила Ольга Михайловна. То есть университет, сейчас, ну, сейчас будем говорить только о нашем университете, да, о нашем филиале университете, проводит каждый год для определенных категорий абитуриентов внутренние вступительные испытания. Они проходят в виде тестов, пока мы не меняли форму, я думаю, она такой же останется. То есть категория абитуриентов, имеющих профессиональное образование, это среднее профессиональное или высшее. То есть если вдруг абитуриент захотел получить второе высшее образование, ему не нужно сдавать ЕГЭ. Он будет точно так же поступать по тестам, которые ему предложит университет. Более того, такие категории абитуриентов, как, например, люди с ограниченными возможностями здоровья, я имею в виду с той или иной инвалидностью, они тоже, даже при наличии результатов ЕГЭ, имеют право поступать по внутренним вступительным испытаниям. Ну, еще там такой не очень большой процент, это люди иностранные граждане и так далее, но я не думаю, что в рамках этой встречи это интересно. То есть, по большому счету, для того, чтобы поступить, нужно иметь результаты экзаменов. Либо это ЕГЭ,
А если мы говорим о бакалавриате, либо это внутренние тесты, которые нужно будет сдать. Для очной формы обучения, тестирования оно летнее. Для июльское, да? В июне. А здесь вот уникальная возможность, потому что именно на базе филиала СФУ в Наринмаре можно будет сдать экзамены как на очную, так и на заочную форму обучения, да? Вот. А для общего потока это потом заочка август, а очка это июль. Здесь проводим раньше. Где будет проходить приемная кампания? На базе техникума. Аграрно-экономического техникума. Да. Да. Там какой-то кабинет или вообще как найти? Есть ли сайт сейчас? Да, сайт есть филиала. Его можно найти на общем сайте университета СФУ. Филиал СФУ располагается в Ненецком аграрно-экономическом техникуме на первом этаже, кабинет номер 16. Угу. Телефон 4-13-66. Если какие-то вопросы по поводу работы приемной комиссии, по поводу получения дополнительного профессионального образования, повышения квалификации, пожалуйста, звоните, приходите, мы всегда поможем во всем разобраться. Кстати, у вас тоже наверняка есть курсы повышения квалификации, да, можно получить дополнительное образование. Ну, смотрите, Северодвинск предлагает помимо получения высшего и среднего профессионального образования и достаточно широкие перспективы переподготовки. И вот одна еще из целей моего визита в том числе, это мы попытаемся расширить те программы, которые мы реализуем в Северодвинске, мы их реализуем в очной форме, попытаемся реализовать вот как раз в дистанционной форме, если это будет интересно. Поскольку наш институт переподготовки и повышения квалификации готовит, ну, скажем так, на базе его проходит большое количество программ, поэтому я в данном случае их рекламировать не буду, потому что это более целевая какая-то нужна аудитория. Но это программа переподготовки как педагогического и социально-педагогического профиля, и социально-гуманитарного, так и технического. Угу. Есть ли общежития для иногородних? Общежития в Северодвинске несколько. Ну, исторически их два, потому что филиал образовался из нескольких учебных заведений, из которых два зашло со своими общежитиями. Ну, и в этом году у нас практически такая очень радостная новость. Мы, наконец-то, сдаем общежитие, которое не новое, нет. Мы сдаем корпус, который перестроен в общежитие, и мы очень надеемся, что он будет сдан в ближайшее время. Но мы его в любом случае сдаем к началу приемной кампании 2020 года. Ну и в прошлом году у нас заложено новое девятиэтажное общежитие. Это, конечно, был огромный труд, но так или иначе. То есть оно в параллели, и буквально через 2-3 года мы надеемся еще его увидеть. СФУ в головном... Кампус большой студенческий. В университете тоже в 2019 году открылось новое общежитие почти на 500 мест. Да-да-да, кампус огромный. А сколько сейчас вот в головном университете учатся? Я, к сожалению, наверное, эту информацию это не скажу. Это больше 20 тысяч студентов. В 2019 году поступило около 4 тысяч только студентов. 2500 преподавательский состав. В общем, достаточно очень обширная ресурсная база сегодня имеется в СФУ. А к вам едут только с Архангельской области или вообще со всей России? Нет. Вот есть ли... Ну, вот смотрите. Эксклюзивные студенты. Ну, эксклюзивные есть всегда и у всех. Вот. У нас была одна проблема. К нам не ехали иностранцы в силу того, что Северодвинск, ну, исторически был зоной для ограниченного въезда. Но, тем не менее, сейчас начали прорываться иностранцы тоже. ФСБ так на них смотрит, но вроде как пока разрешает учиться. А на самом деле нет. География поступления как в головной универ, так и филиал большая. Ну, если бакалавриат, то это все равно где-то процентов, наверное, 60 все-таки. Это Архангельская область, Ненецкий автономный округ. То, что касается магистратуры, там разброс огромный, включая, господи, дай бог памяти, там, по-моему, была и Бразилия, и была Канада, учитывая, что все-таки магистратуру люди идут уже взрослые, и они выбирают какие-то особые магистерские программы, а университет готов предложить особые магистерские программы. Вот, в частности, были такие товарищи, которые... Как чувствуют себя наши студенты? Вы наверняка проводите опросы. Вы знаете, когда я приезжала в 2016 году, мы даже ролик делали, где ваших ребят снимали, и просто вот, причем мы абсолютно без подготовки, вот, ну, ролик такой получился достаточно живой. Я его в этот раз не повезла, потому что физически не успели снять, но учитывая, что они учатся, то есть они поступили и продолжают учиться, я думаю, что они чувствуют себя нормально. Выплачивается ли стипендия? Конечно. Есть какая-то материальная помощь, конечно. Льготы? Для кого они? Ну, смотрите, льготы – это отдельная тема. Угу. Льготы обычно – это льготные категории граждан. Это касается как бы любого учебного заведения. Да? То есть, безусловно, всегда так или иначе, из года в год у нас поступают ребята – это сироты.
из любой географической точки, их все равно достаточно много. У этих ребят как льготы при поступлении, они поступают вне конкурса. У этих ребят, соответственно, потом льготное стипендиальное сопровождение. То есть у них, соответственно, совершенно другой уже стипендиальный фонд. А обычные ребята, которые пришли и учатся, да, получают стипендию, может быть, не настолько огромную, как они хотели бы, наверное, получать. Но так или иначе, надо понимать, что есть несколько видов стипендий. Есть стипендия академическая. Эту стипендию дают за оценки. Ну, то есть, получается, чем лучше ты учишься, тем лучше. Самая максимальная, например. Ну, вот если чисто академическая стипендия, это будет порядка 5000. Но надо понимать, что есть еще повышенная стипендия, не такая, а другая, которая дается вот за активную социальную воспитательную деятельность студента, да, за какие-то научные достижения, за спортивные достижения. Там уже эта стипендия может достигнуть 12 тысяч. А то, что, допустим, мы, как обычно, когда говорим о себе, Северодвинске, мы являемся практически единственным на территории Российской Федерации учебным заведением, которое реализует систему завод в ТУЗ, но это только технические специальности. Так вот, учащиеся на заводе в ТУЗе, там еще и зарплату платят. Поэтому, причем ты учишься на очной форме обучения, поэтому эти ребята получают очень достойные деньги. То есть они могут учиться и сразу они работать, не то, правильно? Что могут. Это такая специфика обучения. У них есть так называемые учебные семестры, а есть рабочие семестры. Учебные они ходят днем, а в рабочие семестры они днем на заводе, а вечером они в институте. Поэтому, соответственно, там доходы такие, неплохие, скажем так. Это хорошо, да. Материальная помощь тоже какая-то выплачивается? В обязательном порядке. А вот опять же, упираясь на социальную воспитательную работу и являясь федеральным университетом, да, Североатлантический федеральный университет, естественно, оказывает материальную помощь. Ну, понятно, что материальная помощь оказывается в случае, не приведи Господи, каких-то сложных жизненных ситуаций. Но она также оказывается и в других каких-то случаях. И из этого фонда ребятам оплачиваются и поездки какие-то, да, и Ольга Михайловна тоже говорила, помимо вот различных объединений, которые есть в университете, ведь университет проводит еще и летний отдых, то есть он организовывает летний отдых студентов. Понятно, что это не массовый там выезд на всех 20 тысяч куда-то, да. А те люди, которые либо нуждаются, либо проявили себя определенным образом, то есть это такая отдельная, те же стройотряды, которые возобновлены и действуют, это наша молодость, моя молодость, но это есть. Поэтому многое интересное есть. А содействуете ли трудоустройству? Есть центр содействия трудоустройству. В Архангельске он есть, в Северодвинске. У нас содействие трудоустройству выглядит следующим образом. Обучаясь, например, в Севмаштузе, да, еще раз скажу, что у нас два института, гуманитарный институт и институт судостроения морской арктической техники Севмаштуз. Там 100% трудоустройство за счет чего? За счет того, что там реализуется система завод в ТУЗ. Люди, поступив, уже на первом курсе заключают трудовые договоры с предприятиями. И предприятия в них заинтересованы не меньше, чем студенты в предприятиях. Поэтому там такой симбиоз. Они оба нужны друг другу, и те, и другие. Поэтому то, что касается технических специальностей, там 100% люди трудоустраиваются, причем с третьего курса многие работают уже даже на инженерных должностях. Что касается гуманитарных направлений, мы понимаем, что, например, наш институт гуманитарный, он в первую очередь реализует педагогические профили, а мы все понимаем, что в Архангельской области педагогов сейчас, к сожалению, не хватает, педагогический состав устаревает. Это объективно, да, и поэтому если человек хочет работать по специальности, он работает по специальности. То есть здесь очень многое зависит еще от самого студента. Давайте еще раз напомним нашим телезрителям, когда начинается приемная кампания, куда можно обратиться и в Наринмарии, и в Северодвинске, что для этого нужно? Наринмария, приемная кампания, начинает свою работу с 22 июня, и выходные дни, там, по-моему, 26-27 число уже будут проводиться вступительные испытания. Проводиться это будет в техникуме на первом этаже, кабинет номер 16. Я тогда скажу в целом по университету, что у нас сроки одинаковые. То есть приемная кампания 2020 года в университете начинается 20 июня. То есть 20 июня открывает дверь приемная комиссия, которая в Архангельске находится по адресу набережная Северная, 217. Скорее всего, это будет главный корпус. Так или иначе, эта информация будет доведена. В Северодвинске точно так же 20 июня начинает работать приемная комиссия. Мы будем располагаться по адресу капитана Воронина, 6. Но те ребята, которые, еще раз подчеркну, решили сделать выбор в пользу СФУ, могут абсолютно спокойно подать документы как в Архангельск, так и в Северодвинск. Здесь у себя в филиале СФУ в городе Наринмарии.
Спасибо большое. Встреча прошла очень быстро. Спасибо большое за информацию. Я думаю, что ваших студентов уже на следующий год будет не 70, а 170. Будем надеяться. Спасибо большое. Приезжайте к нам еще. Спасибо. Спасибо. Напомню, это была программа «Актуальное интервью». Сегодня у нас была в гостях директор Центра информационных технологий филиала САФУ в Северодвинске Ольга Варнавская и директор филиала САФУ в Нарьян-Маре Ольга Петунина. До новых встреч.